Всем привет на очередном EDC Жора Бжорыча. И сегодня у нас будет вот такая горбуша вяленая. Полноценный обед. Жирный, вкусный и питательный. Срок годности 6 месяцев. Носить в рюкзаке можно очень долго. Если не повредить упаковку, то он достаточно хорошо сохраняется. Калорийность 220 килокалорий. И это в 100 граммах продукта. Здесь 40 грамм. Ну, соответственно, где-то 50 килокалорий. Но это очень вкусный обед. И очень питательный. Натуральный, настоящее мясо горбуши. Единственный недостаток только лишь в том, что вскрыв упаковку, вам придется доесть полностью. Ну и, соответственно, нужны будут сухие салфетки. А так, очень классная штука. Всем рекомендую. Еще можно немного подогреть на сухом горючем, либо на открытом огне, в мангале. Попробуйте. Не пожалеете. Всем приятного аппетита, хорошего настроения, EDC-шных выходных. Ну и, соответственно, от вас я жду лайка, комментария и подписки на канал. Всем пока!